Сегодня, предвкушая воскресение Христова, ожидая пасхальную ночь, в трепетном молчании предстоим мы гробу Иисусову, гробу, от которого воссияло спасение миру. И то, что мы испытываем сегодня, выражено в словах сегодняшнего богослужения, сегодняшней херувимской песни. Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет. Почему херувимы и серафимы, как говорится дальше в этом песнопении, закрывают лица свои? Почему предстоят они и мы со страхом и трепетом? Потому что совершилась великая тайна. Тайна, перед которой немеют человеческие уста, перед которой бессилен человеческий ум. Тайна, которую не может выразить ни одно человеческое слово. Ангельский собор, удивися, как мы поем по субботам на всеночных деньях. Зря тебе в мертвых вменившася, смертную же спаси крепость разорившая, и собою Адама воздвигша, и от ада вся, то есть всех, и от ада вся свободша. Господь всех освобождает от ада. Господь всякому человеку, не только праведнику, но и грешнику открывает дверь в вечную жизнь. Перед этой тайной ангелы закрывают лица свои. Перед ней будем предстоять и мы сегодня в молчании и благоговении, моля Бога о том, чтобы врата вечности раскрылись для нас и для наших ближних, уже умерших и еще живущих. Ибо всем нам предстоит не только сделаться полем, полным мертвых костей, но и воскреснуть со Христом. И для каждого из нас уготовано место в Царстве Божьем, где в непрестанном ликовании все от века святые и все наши сродники предстоят лицу Божию, созерцая, наслаждаясь и славя Его красоту, Его святость. Аминь.